Хей, hey, с вами Шмиги, мы продолжаем проходить игру по названию Императорс. Я не знаю, куда дальше идти на самом-то деле. Давайте, наверное, вернемся из города отсюда. Ну-ка, раз. Видите, падает, короче, фиолетовая душа, за нее много очень дают. Нам зато дали 8к. Не ошибаюсь. Да, ваншотит их. Их ваншотит. Так, ну здесь я могу запрыгнуть на своих двух, хотел сказать. А потом понимаю, что я не могу зацепиться. Как это возможно? А нихера не пойму. Я должен как-то зацепиться. Так? Так. Я не достаю. А так, а давайте я дайгер возьму, попробую. И... Так, вот эти дайгеры. Вместо книги. Давайте попытаемся сразиться. Да, не хочу, нахер надо. Пускай лучше у меня будет огромный лучший топор. Я знаю, куда можно сходить. Вот эти я не могу все равно сломать. Блин, меня это в ступор вбивает. Что? Прикольно. Прикольно. Да, баги какие. То я в стене застрял. То я теперь выйти не могу с стены. А нам нужен все еще светильник. Которого у нас, конечно, что? Правильно, нету. Ох, если бы по мне стукнуло. Было бы больно. Вот как это, скажите мне? То есть, то ваншотит, то вообще не ваншотит. Хотя бы быстро поднимаемся. Окей, хотя бы я помню более-менее путь обратно. Да, но игра все равно забагована. Хотя это что? Правильно, это фул версия. О, плюс души. Может, типа, вот это то, что я беру, я мог потом это... Тарагат? Лин, я... А, извините. А, ты брошен ворд, called you. Я извиняюсь, я has to deal with the castle pain. Обычное, понятное дело. You feed Lin Rapiers. Нихера не вижу.
Так, я теперь могу сюда забраться. Monsters. Paid monsters. Ух, когда теперь все быстро. Двойными прыжками. Level up. Easy upgrade. Все, хорошо. Что хорошо идет. Так, а теперь мы идем в ту сторону. И вот здесь вот босс есть. Второго, я думаю, что я не смогу убить. Потому что он физил жесткий. Хотя оно, скорее всего, так и будет. Ну, хотя давайте попробуем. Вы видите, да, ХП? Изи. Ну, вы видели, да? То есть он бегает туда-сюда. Хотя нет, я, может быть, его могу убить пульками. Там у него 9999. То есть там этих пуль нужно столько. Ой, я не знаю. Вы мне скажите, как вот это вот атаковать и вообще что с ним делать. Ладно. Мы ж не зря карту, да, с вами апгрейднули. Давайте теперь понимать, что где. А, то показывают... Да не. Не. Тера подобного. Так, 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 так. Тронового зала мы идем налево. Поверху. Слева вверх. Лево вверх. То есть сюда. Так, с этого. Мимик стол. Ноль. Так, это у нас с вами... Получается, верхняя комната, самая верхняя. Я знаю, я могу сейчас в этот вернуться, точно. Как я мог забыть? Так, во-первых, сюда я могу пойти теперь. Потом, во-вторых, в самом начале у нас тоже там с вами что-то было. Да? Кстати, там куда-то спрыгнуть можно. Она ты гей. Пока. Короче, возвращаемся там, где нас убили. Ну, вообще, где мы получили с вами тело. Потому что там мы сможем этот сделать. Залезть наверх, там же были эти дополнительные запрыгулики. И получается, мы с вами дойдем на верхнюю часть карты. Получается, мы поднимемся в замок, вот эта часть. С левой стороны, где кристалл, мы сможем попасть. Потом верхний, и там, короче, много куда, все. Много теперь, куда мы можем попасть с вами. Много куда можно попасть. Главное, что пистолет у меня стоит. Воу!
мимик. А, тут тоже есть. А, кстати, этаж. Да, вспомнил. Там, короче, скелет какой-то на заднем фоне. И большое яйцо. Я должен получить сейчас способность маленького человека. Вот, все. Так, сразу смотрим на счет невидимых стен. Пипец, она высокая. Ага, херушки. Я выше полезу. Тупик, черт. Ладно. Да сюда. Будет классно, если тут тоже тупик. Так, копьем. 60. Так, 40. А, 47 стоять. Что я сейчас вообще использую? Меч этот? Подожди, я топор использую. Да, чё я... Слышишь, я чё я топор использую? Вон! 55 урона. Манать. Вот оружие массового уничтожения. Круто, и зачем я сюда пришел? Великолепно. Тут некуда идти. Великолепно. Так, это мы поднялись, получается, сюда, да, наверх? Или куда? Так, отсюда мы поднялись наверх. Белая карта. Так, мы были внизу у трона, и мы поднялись наверх самый. Там получится по проходикам, там, где вот там труп мы нашли. Но от трупа мы поднялись наверх, самый верх. И что, тут просто стена получается? Да не поверю. Там эти камни я не пройду. Вон трон. Вон этот трон. Мне до него не дойти. А, только идти в темную, как вариант. Все. Ладно, давайте еще посмотрим, где что есть. Просто меня это убьет. Ура. А, я понял. Это мне все-таки не предметы дает. И что, я вот это зря поднимался? Найс. А, ну вот, в принципе, место, как вариант. Вот это место, куда мне нужно идти.
Это уже точно оно. А ну да, в принципе, я забыл об этой стороне. Челики эти уже ваншотятся у меня. Знаете, у меня радиус, вот чисто где свет горит, это весь мой радиус атаки. Это жестко. Чисто два удара. Трупа нету. Что? Ну ладно. Одно хп. Вот на одно хп. Так, арбалет. Три удара, и он труп. Ха. Жалко, что на есть труп. Чего? Ни хрена. Хорошо, что я к нему не пошел. А, там, блядь, с какой-то херни. Так, там тоже этот робот. Поэтому без вариантов, да? А если вниз? А если вниз, то темно. А у нас светильников нету. Два удара и челик труп. Вот тоже какое-то место. А я знаю, что это. Это арена. Мы будем. Я просто потрачу много хп. Так, ну, в принципе, могу через верх там запрыгнуть на нее. Так, о, короче, вернусь, наверное. Типа 18 тысяч не хочется терять. Если враги заново резнутся, нормально. Ничего сложного. Убью заново. Убью заново.
А я не помню, что с кем я еще бывал, базарил. Так, поехали. Левелап. Дамаг. Ну, лак это типа вещи просто. Давайте, давайте. А я не знаю, что прокачать. Можно мощь. Ну, хотя. Деф. Так, урон. Я даже не вижу смысла в этот вкачаться. ХП. И в стамину. Стамина у нас всегда закончится. Я просто кувырки буду делать, и она автоматически соберется. Ой, фух. Пронесло. Нормально. Нормально. Готов. Вот это роботы, блядь, такие жесткие и опасные. Зараза. Потом ну нафиг с ними сражаться. Ха-ха-ха. Двоих зайцев одним ударом. Так, ну походу мне только сюда. Типа, что еще куда-то можно? Что это мне дает? Как я вижу, ничего. Мне это ничего не дало. Я в темную не хочу идти. Они меня заставляют идти в темную. Так, еще какая-то тяпка. Нет, у меня тяпка мощнее. Моя тяпка помощнее будет. Что я не шарю, куда мне. Что, все-таки туда получается нужно? Ну, идемте. Это у нас зона с закрытыми цепями. Я не хотел. Одно. ХП. Mm-hmm.
Я не знаю, куда идти. То, что, во-первых, слишком опасно. У меня одно хп. А во-вторых, я не уверен. Вот две вещи. Опасно и не уверен. Плюс там везде закрыто. Так, я могу к тебе попасть? Могу. Минус лицо. Ну, ладно, я знаю хотя бы куда идти. Но боссов, как обычно, нету. Почему я тебя тогда не ваншотнул? Рано, да? Блин, у него задержка такая. Заторможенная. Заторможенная реакция челика. Так, хорошо. Они не в ту сторону, в эту. И изи. Бежим. За нашими душами, во-первых. Я просто не понимаю, почему решетки не поднимаются. Типа есть? Смысл то, что я это все делаю. Не знаете, какое было бы лучше наказание, типа, за смерть? Я бы это... Враги становились сильнее. Я помню, как эта игра такая уже была. Я над врагами не издеваюсь. Ваншот. Хозутор Дохер какой-то. Два удара, все готово. Так, там что у нас закрыто? Будем наверх открывать. Мне кажется, мне нужно здесь все повключать. Все включители, чтобы что-то открыть. Хотя бы двойной прыжок есть, радует. Тихо. Или с какой-то последовательностью все это нужно делать. Не знаю. Услышали, что-то открылось? Все-таки нужно было нажимать на что-то. А вот на что. Это у нас что? Ну это понятно, что рапира 39 урона. Ладно, я тут нажму. Ну
Да, это видите, типа один большой энергетический этот включатель. Я что, просто ток передавал? Да. Да. А, ну, хотя бы если я сдохну, недалеко бежать. Пожалуйста, что только не босс, только не босс. Что делать? Ладно, давайте, короче, я думаю, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья, всем пока.